Мастер-класс отечественных художников состоялся в степях Мангыстау. Студенты местного колледжа искусств вместе с известными живописцами Казахстана посетили достопримечательности области – гору Шерхала и местность Айрахт-Шоманай. Пленэр состоялся в рамках проекта «Семь цветов». Чтобы попасть в местность Айрахт-Шоманай, художники провели в пути около 2 часов. Задача у юных живописцев непростая – передать всю красоту неповторимого Мангыстау на холст. В этом им помогут члены Союза художников Казахстана. Правда, они предупреждают – придется встретиться с трудностями. Очень интересные скалы. Сложновато передать вот это пространство между скалами. Дальность, передность. Очень необычные природные ландшафты. Мы можем нарисовать природу Мангыстау, увидеть что-то другое для себя. И все-таки колорит Мангыстау сложнее рисовать, чем там в городе, да, например. Мастер-классы организованы Актауским городским союзом художников при поддержке Управления культуры, архивов и документации Мангыстауской области. В рамках проекта «Семь цветов» с начала года уже было проведено несколько подобных встреч. Все мастер-классы для наших художников нужны для того, чтобы как бы они набрались опыта у других. С начала года мы уже сколько, 6-7 художников приглашали в Актау. Это все художники, которые пишут этюды на пленэре. Все художник должен выезжать на пленэры. Это вдохновляет раз, это как питание, да, творческого. Все работы юных художников можно будет увидеть на вернисаже в галерее искусств ОНЕР. Тамара Степанова, Ринат Дусалиев, Мангыстауская область, Хабар 24.